В Тверской области построят высокотехнологичное производство. Определен новый резидент инновационно-промышленного парка «Боровлёва-3» под Тверью. Такое решение принято на заседании Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области, которое провел Игорь Руденя. Тему продолжит Наталья Чекет. Соответствующий статус резидента получила компания «Сигежа Групп», которая специализируется на производстве экологически чистой бумажной упаковки. Напомним, соглашение о намерении по реализации инвестиционного проекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. И сейчас начнется его воплощение в жизнь. Инвестиции в предприятие порядка 2,5 миллиардов рублей. Это выпуск порядка 300 миллионов готовой продукции. Это мешочный продукт. Упаковка является максимально экологичной. В ней не используются никакие химически вредные добавки. Мы используем клей на основе крахмала и краску на водной основе. Компания – это третий инвестор, который разместит свое производство на площадке «Боровлёва-3», обеспеченной при участии области инфраструктурой. Производство планируется ввести в эксплуатацию в августе 2023 года. В результате будет создано свыше 260 новых рабочих мест для жителей Тверской области. Региональная экономика ориентирована на создание новых рабочих мест. И, конечно, особое внимание в регионе уделяется нашим традиционным географическим и природным приоритетам. Это глубокая переработка древесины, как одного из главных направлений, которые в том числе, кстати, были обозначены главой государства. Также глава региона отметил, важно обеспечить людям возможность комфортно добираться до работы на новой производственной площадке. Игорь Руденя поручил Министерству транспорта региона при необходимости скорректировать маршруты курсирующих рядом с парком автобусов, синхронизировать их расписание с графиком работы этого и других предприятий, которые будут действовать в Боровлёва-3. На заседании совета также одобрено включение проекта предприятия Discovery Пена в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области. Речь идет о расширении деревообработки обрабатывающей фабрики, которая производит пиломатериалы. Проект предусматривает установку высокотехнологичного оборудования и увеличение мощности производства. Планируется, что в итоге будет создано 85 новых рабочих мест. Пойдут пиломатериалы туда же, куда сейчас отправляются наши текущие. Это Прибалтика, и мы работаем над тем, чтобы отправлять их уже непосредственно в конечные страны потребителей, в Европу, в Нидерланды, Германию и Данию. В итоге реализация двух крупных инвестпроектов позволит привлечь в экономику региона более 3 миллиардов рублей инвестиций и будет создано около 350 новых рабочих мест. К слову, дополнительные меры поддержки лесопромышленного комплекса Тверской области введены по поручению губернатора региона.